Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников. Английский художник-график Томас Стоттард, отец живописца Чарльза Альфреда Стоттарда, родился в семье зажиточного трактирщика 17 августа 1755 года. С 5 лет жил у родственников в Йоркшире. Уже в детстве показал способности к рисованию, в связи с чем был взят в Лондон учеником к мастеру по росписи бархатных и шелковых тканей. В свободное время юноша занимается созданием иллюстраций к поэтическим произведениям романтического характера. Через некоторое время, после смерти своего учителя, Стоттард решает посвятить себя изобразительному искусству. Поступает в Лондонскую Королевскую Академию Художеств, становится членом-корреспондентом в 1792 году, а через 2 года уже и членом Академии. В 1812 избирается библиотекарем Академии. Я цитирую Википедию. Стоттард много занимался оформлением литературных произведений, сотрудничает с журналами, печатает около 150 иллюстраций, в том числе из них «Перегрину Пиклю» Томаса Смолета. Работает в кооперации с гравером по меди Томасом Филдингом, создавая эскизы, по которым затем график создал графические работы. Эти эскизы очень ценятся в наши дни. Коллекционерами. Он создал порядка 5000 эскизов для иллюстрации к Робинзону Крузо, Декамерону, ну и так далее. Томас Стоттард писал также масляными красками. Среди наиболее его известных полотен следует назвать «Урожай винограда», «Кентербрийское паломничество». Они находятся в Лондонской национальной галерее. Многие работы Стоттарда выгравировал Роберт Поллард. Картины Стоттарда написаны сочными, яркими красками, такими же, как его кумира Рубенса. Занимался он также декорированием помещений. Ну вот так немножко о Томасе Стоттарде, английском художнике, графике. Посмотрите его работы. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч.